Потому что мы стоим, они не хотят подходить. Боятся, наверное. А отойди, отойди. Ну, могу отойти. Во, подходят. Да. Некоторые не выходят. Ну, видишь, они сейчас все там объедят. А потом еще прийти с булкой. Ну, остановись, что ты все идешь-то? Сама тоже подъела там, да? А? Сама тоже подъела. Пидей накормили. Восстание уток? Восстание. Надо было тебе свою маску трансформера одеть. Да, то, что я забыла. Чтоб ты подавила восстание уток. Собачка еще такое. Восстание да. Уток. Дай две перчатки. Возьми. У меня тоже уже палец замерз. Надо завязывать, снимать. Ивангородская крепость, Нарвский замок, погранцы тут шакалят. Ну, Липовка, новые постройки, доченька любимая. Что? Ничего, ничего, рисуй. У нас лебеди. Пойдем. Лебеди. С первого раза в жизни увидели. Они как-то очень так получилось, что они очень давно. Третьего они не пускают. Или там дальше, или на Липовку. Я тут на прошлой неделе иду, так голову опустил. Вдруг что-то раз передо мной такое белое. Тот, на меня. Что-то не замерзло? Нет. Гулять будем еще или в машину пойдем? Давай гулять. Пойдем на променад туда. О, ну да. Зато мы тут их кормят, поэтому они... Принесу. Уточка так полетела чуть в воду. Ругается, не что-то ругается, да. Я удивился. Думал тоже они на юг улетают, а в Швецию. Что-то. Что-то за шарик у них там на клюве. Не знаю, надо почитать. Как говорится, загуглить надо. Надо, может, это нос какой-то. Может и нос, да. Что они дышат не только ртом, да. А у нас нос какой-то. Ну все. С канатой. Кракает. Все, выключаю я тогда видео, да? Да. Все, до новых встреч, друзья. А ты что, снимаешь видео?